А мы и активисты, и пионеры, и комсомольцы, и коммунисты. Вот что я застала. И мне уже 65, я все застала. Спасибо. Стараюсь, живу, не так для себя, а как для Бога. Все делаю, поэтому так вижу. Надо же всю жизнь делать все так для Бога, а не для людей. Счастливо. Все доброе. Владимира Ильича Ленина была создана 19 мая 1922 года. Пионер, активный борец за мир, друг пионеров и детям трудящихся всех стран. Пионер дорожит честью своей организации. В настоящее время во всех 89 субъектах России действуют региональные и взаимодействуют с общественными организациями Санкт-Петербурга. Пусть военная оборона нелегка.
Счет! И раз! Два!